Я иногда, например, в состоянии бессонницы вынужден заставлять мозг работать, потому что это единственный выход, чтобы... чтобы смириться вообще с состоянием вот такой бессонницы и неугомонности, и беспокойства. Вот, и совершенно неожиданно иногда происходит какое-то такое ощущение, что смотришь кино со своим же участием, и, в общем, поскольку ночь это вообще такой таинственный покров, то в такие периоды у любого человека, в общем-то, сознание работает намного активнее, чем в моменты, когда можно на что-то отвлекаться или чем-то голова может быть занята совсем другим. И в основном, чаще всего, мелодии возникают. Я, например, не знаю, как они возникают, но какие-то, видимо, скрытые ресурсы. Хотя, в общем, иногда получается это чисто, так сказать, практическим путем, когда работаешь с инструментом, и я бы так сказал, что получается два типа рождения мелодии. То есть, если голову разделить какой-то перегородкой, существует задняя часть такая, которая, в общем, не подвергается никакому анализу и никакому рассмотрению. И существует передняя часть, в которой, в общем, накапливается каким-то практическим путем. Вот. И, видимо, периодически происходит просачивание того, что находится за перегородкой. В общем, есть у каждого человека какой-то тайник в голове. Я не могу сказать, насколько это подсознательно на 100% или нет, или это как-то регулируется. Но, видимо, для этого нужно остаться в этом доме одному, чтобы добраться до этого чердака иногда, найти время. Хотим, наблюдая восхищенно полет паутины, сумасшедший пацан лупит старую банку, сумасшедший пацан бьет пустую жестянку. Музыка на песке, музыка на песке, музыка на песке, музыка на песке. Огромным цистернам музыка.
песке, музыка на песке, музыка. Мы идем за ней, как звери, и волнуемся в тоске. Музыка на песке, музыка на песке. У веселой волны, у старого камня и странной рубахи он делает знамя и зимовой ветки он делает саблю и бормочет какую-то абракадабру. Музыка под водой, музыка под водой.